Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года. С детства отличался упрямством и своеволием. После трех провальных попыток поступить в Королевское военное училище в Сандхерсте, серьезно взялся за учебу. После служил на Кубе в качестве военного корреспондента. На Кубе приобрел две привычки. Кстати, у меня есть телеграм-канал, в котором я рассказываю еще больше и интереснее об истории. Пить сигары и отдыхать после обеда. В 1899 году во время войны в Южной Африке он попал в плен, но смог сбежать. До своих он добрался измотанным, но довольным своей победой. В Британии его встретили как национального героя и предложили баллотироваться в парламент. С 1908 года он занимал разные министерские посты. Принимал участие в интервенции против страны Советов. Во время Второй мировой войны Черчилль возглавил правительство. После окончания войны покинул пост премьера. В 1946 году в США призвал к борьбе с коммунизмом, началась холодная война. Премьер-министром он стал еще раз в 1951 году, а в 1955 году полностью отошел от политики. Умер он в 1965 году.